окружение. Этот тест пуля Этна, доработанная. С насечками для деления на 3 лепестка, с навеской 1,4 грамма. До этого был тест 1,2, 1,3. Они оба удачные. И, скажем, навеска 1,4 обещает, собственно говоря, ну, по крайней мере, зрелищное разрушение, собственно, этой среды, ну, моченой газеты. Сейчас посмотрим, как это будет. Выстрел произведен. Результат меня вполне радует. Смотрим. Вот так вот оно вынесло. И смотрим с другой стороны. И вот так оно вынесло. Да. Воздействие, конечно, будь здоров. Так. Теперь ищем пулю. Смотрите, видите, унесло. Унесло туда эту газету. Куски. Так. Ну и смотрим, где она там. По идее, недалеко она должна была после такой отдачи энергии улететь. Смотрим, значит, контрольную бумажку не пробила. Значит, где-то здесь, вот я ее чувствую, прям шишку. Она уплотняет материал. Ее достаточно легко искать, она еще и тепленькая. Так, и вот она, отлично, как и хотел, в общем, сердечник отделяется, сердечник свинцовый, он куда-то исчезает. А вот такой вот цветочек проходит дальше и, в общем, творит чудеса. В общем, я доволен результатом теста. И еще раз убеждаюсь в том, что носовая часть пули это... Самый первый, скажем, момент, который влияет на ее, собственно, начало раскрытия. Вот, то есть там должна быть соответствующая форма, способствующая этому раскрытию. Вот. В оригинале на этих скоростях по этой среде у меня... пуля Этна не раскрывалась. А вот в доработанном виде она раскрывается, видите, с 1,2, собственно говоря, как бодро произошло. И вот. Ну, в общем, я доволен результатом. Теперь надо думать, по кому такой пулей стрелять. Ужас.